Ну, в живописи маслом, конечно, желательно начать с фонового. С вот этого желтушного характера фона. Видишь, да? Но постарайся так сотворить, чтобы он не залез на будущие сирени. Иначе он будет нам немножко мешать. Нет, не изменяй, а просто выйти раз. Старайся слишком его не разбрасывать. Значит, берешь белило, берешь желтенький, там есть даже и коричневый, и розовый пускай будет. Получаешь вот такой цветик. Сначала начнешь со светлоты, чтобы не испачкать кисть. Если не попадешь в тон, мы ее еще осветлим. Лучше затем предварительно. Плотненькой красочкой. Стараясь не заходить на будущее серии. Ну, насколько это будет возможно. В тенях с правой стороны будешь брать еще и ультрамариночек. Вот. Голубые мотивы там должны происходить, правильно? Ну, тоже не без желтого местами. Может быть, даже еще разрезана, более активная произойдет. Вон. Берешь тряпочку, смотри как, немножко, совсем капельку, второй, розовый взял, вот таким маканием, подборчик, чуть-чуть заходя на фон, то есть чтобы перекрывал цветок, примерно цветок фон, а не наоборот. Еще буду брать белье, ультрамаринчик, получать фиолетовый оттенок. И им топтать теневых. Вот. Видишь, краска даже не домешана. Ну и хорошо. Может быть вот таким. Ты видишь, да? Глубина цвета есть. Они у тебя очень разбеленными почему-то получились. Не знаю почему. Вот ты сравни. Это собрание листиков и то, которое на картинке. Не хватает глубины. Почему-то не прикоснулась ты вот сюда. Там и зеленочка должна появиться немножко. У него на картинке тени практически нет, но мы какую-нибудь да сделаем, ладно? Да, да. Ну хорошо, хорошо. Листики теперь, ну предварительно еще наполнишь все-таки. Ни в коем случае в листьях не бери белила. Вот я вижу что-то. Это не белила, это сирень пошла. А сирень пошла? Значит, бери больше краски темные, чтобы не получались они такими. И не одинокие они. Они рядом друг с дружкой. Вот такие пятнышки. Саму форму листика покажешь так. Бирюзовый коричневый, опять же. Мастихин. И вот таким образом надавишь одну сперва граничку листика. Видишь? Угу. И он уже как бы есть. Угу. Вторая остается где-то в тени. Может быть, еще подхватит желтенький бирюзовый. Это для тех листиков, которые со световой стороны находятся. Но опять же, им не хватает сейчас еще. А свет отсюда идет, да? Справа, да. Вот. После того, как поиграешь листиками, берешь белило, немножко сиреневый листик, та, которая у тебя на полете разбросана. И сирене дать вот такой освещенной густоты. Причем не плотно перекрывающей, а рваной. Вот, смотри. Один чуть розовее. Может быть, вот таким. То есть не везде чистые белила. Да? Обрати внимание к этой картинке.
Вот, когда это все забьется, когда появится красота, мы возьмем тогда кисточку и станем отдельными. У меня вот проблема, вот как вот это направление вот этим всем головкам все время, чтобы они не были вот. А у них нет определенного направления. У них нет определенного направления. Они все вот так вот в разнообразие. У меня постоянно рука маятник выходит. Да если ты обратишь внимание, она не стоит на месте. Ну хотя бывает, что. Ну, в основном. И помни, что свет справа, значит, все освещенности с правой стороны. Вот, допустим, ультрамарин видела. Ну и дороже тенями. Очень будет. А что с тенями не делать? Вот их не трогать вообще. Очень будет плачевно, если ты к ним прикоснешься. Вот, мастихином. Видишь, какие каши буквально краски. Для чего? Для того, чтобы взять потом вот эту кисточку. С белилами. Как лопаточку. И вот там 4 лепесточка. Краски достаточно на холсте для того, чтобы ее смоделировать. В листике. Видишь, да? Практически утираешь. Иногда натираешь, действительно. Можно еще меньше взять, где? Видела? Опа, отлично. Не все подряд. А вот местами, где просится, где твоей душе подскажет интуиция, там. Ну, и, правда, может везде подсказать. Судя по листикам, да. Ну, значит, тогда не задерживайся долго в одном. По всем будешь. А вот мне интересуется, что вот это место возле листьев, как там заполнять? Вот это вот листик, да? Вот это между ними, между листьев, вот это вот, что там лучше не было напортачить. Между листьев? Да. Там тень. Ну, вот так. Ну, я тебе сейчас не буду эту задачу ставить, потому что это будет тебе в дальнейшем мешать. Лучше мы потом как-нибудь извратимся и воткнем тенюшку. Пока лучше основное сделай. Я бы решила, что там поярче, чтобы съесть. А вот их очень мера должна быть, понимаешь? Их чуть больше, и они уже лишние. Ты уже поняла, с зайцами поняла. Ну, листики ты ж трогала? Нет. Нет? Вот они, смотри, ковырелочки. Насколько можно, держимся пока в сырой картинке, потому что потом оно будет более, ну, не живописно, что ли. Как, тяжело потом, когда высохнет. Ну, натюрморт это всегда разнобой цвета. Такой классический натюрморт, это постоянная смена цвета кисточки, поэтому к этому надо быть готовым, чтобы сами движения, сам процесс написания достаточно быстрый. Ну, это тоже надо. Темп надо держать. Это тоже надо написать несколько натюрмортов, чтобы, знаешь, эту руку навить у меня. Потому что ты боишься, во-первых, тень вот эту убрать, да, потому что она очень важна. Потом эти тень. Ну, чем больше касаний, тем красивее. Ну, да, вот здесь уже каша получилась. Вот эта цветочка. Тут может быть какой-нибудь. Да. Тоже торчит. Выбрать одного, второго не дурить. Вы сами сказали, что играете по выходным праздникам с душой, и все счастливы. А не каждый день каждый думает свое. Вы
Ну, по-моему, неплохо. Отлично. Вот это только местечко, вот туда не знаю, что здесь. Тень немного, да, или листья что-то допустить. Саша, у меня ужасная засранка, я испортила перенос. Бриллиантрица. Я его убираю. Не трогай, лучше остановись мгновение. Отделились? Отделились. И вот здесь вот нормально или так? Начали с ними какую-то глубину добавить между ними? Ну давай синенький бросим. Давай синенький бросим. Ага, вот так. Все, благодарю. Пожалуйста. Супер. Супер. Супер.